Ты это слышишь, Джереми? Что слышу? Эту песню леса. Да, теперь я ее слышу. Это волчица поет. Эта история начинается очень и очень давно. Монах по имени Никодим решил собрать армию бедняков, чтобы освободить священную землю Иерусалима. Никодиму удалось убедить большое количество крестьян и просто отчаявшихся душ отправиться с ним освобождать гроб Господень. Вскоре у него было 100 последователей. Вместе они начали топтать дороги своей страны, направляясь в Иерусалим. Однако скоро еда начала заканчиваться. Затем пришла зима, суровая и беспощадная. Они умирали от голода, один за другим. И лишь нескольким удалось дойти до леса. До этого самого леса, кстати. В те времена тут было раздолье диких волков. Но Никодима ничто не страшило. Он объявил, что ему явился ангел, и нашептал, что это кратчайший путь к исполнению воли Господа. Вперед! Голодный и отчаявшийся Никодим внезапно увидел маленькую девочку. Плоть, которая должна была подпитать силы его голодных последователей. Она умоляла отпустить ее. «Молчать, женщина! Ты исполнишь волю Господа! А теперь молись о спасении души!» Однако чистый и прекрасный голос девочки пробудил лес. И он возжелал защитить ее. Ведь лес — это защитник невинных душ. И поэтому он отправил своих посланников. Увидев девочку верхом на огромном волке, Никодим закричал: «Ведьма! Она ведьма! Ты цела, потому что спарилась с самим Вельзевулом!» А девочка ответила: «Общество волков лучше для меня, чем общество людей». «Сейчас ты умрешь, ведьма!» И тогда она навечно растворилась в лесу. А волки тут все еще водятся, мама? Волки? Нет. Волков больше нет. А вот людям... Люди есть. Загнанная. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Мы не просто так сроки устанавливаем, Ева. Такое не должно сойти с рук этим ублюдкам. Знаю, я и сказала им просто. У них проблемы с доставкой, что мне делать? Ты должна топнуть ногой и хорошенько надавить на этих ребят. Так я и делаю. Думаю, на них можно положиться. Надо быть пожестче. Иначе все это обернется нам боком, и мы окажемся в полной жопе. Если хочешь, могу отправить Мартина. Он рядом со мной. Привет. Привет. Он будет там завтра, если надо. Нет. Спасибо, но я сама разберусь с этим завтра. Уж постарайся. Не люблю, когда меня разочаровывают. Пока. Пока, мудак. Алекс.
Алло? Нет, я не смогла перезвонить. Дерьмовый денек. Да забудь ты про квартиру. Я не знаю, не знаю. Обсудим это, когда я вернусь, ладно? Да. Пока. Никто не смеет отдавать приказы в моем присутствии. Это было только первый раз. Алекс. Ты имеешь странную власть надо мной. Не знаю, любовь это или нет. Я лишь знаю, что хочу быть с тобой. Мне тоже очень хорошо с тобой. Алекс, Ева, в чем дело? Что вам налить? Можно мне мохито? Пожалуйста. Спасибо. Не за что. Это вас я жду? Нет. Я шучу. Ха-ха. Можно вас угостить? Я уже взяла. Спасибо. Дайте угадаю. Вы русская? Нет. Полячка? Француженка. Вы случаем не та французская актриса? Нет. Что-то вы грустное? Может, поедем ко мне и повеселимся? Слушайте, хватит уже. Ладно, ладно. Мы же просто общаемся, правда? Кем ты себя возомнила? Мисс Вселенная? Руки! Эй, пора уже сдаться. Ты ей докучаешь. Нет, не докучаю, но большое спасибо. Еще две. Мне и моей бабе. Вы в порядке? Да. Спасибо. Не за что. Вот же козел. Да, это сразу понятно. Два мохито. Можно угостить вас выпивкой? Да, почему бы и нет. Это от того козла. Ага, ну спасибо. Что вы ему сказали? Посоветовал ему сменить дезодорант. Да? Понятно. А что вы делаете в этом потрясном месте? Я приехала руководить одним строительным проектом тут. И сегодня решила подышать воздухом. Ну и выпить. Так я и оказалась тут. А вы?
Ну, я... Пришли потанцевать? Я видела, у вас просто талант. Вы еще ничего не видели. Правда? Да, я могу и на шпагат. Нет, я приехал повидаться с братом. Он там, позади. У него не лучший период в жизни сейчас. Его девушка умерла от рака. Мне очень жаль. Такова жизнь. Я возьму еще по одной, если хотите. Танцуешь просто убойно. Да брось. Нет, правда. Вот это я понимаю танцы. Сейчас. Идем. А все в порядке? Я сделала что-то не так? Что вы делаете, ребят? Ты чего так долго? Эй, что здесь происходит? Там вообще ловить нечего. Дыра какая-то. Я знаю, местечко гораздо лучше. Мы так не договаривались. Куда? Куда мы едем? Слушай, успокойся. Не психуй, ладно? Я не психую. Просто отвезите меня обратно, ладно? Господи. Определись уже, женщина. Слушай, было весело. Но отвези меня обратно. Мне завтра на работу. Мне тоже завтра на работу, ясно? Поедем домой, выпьем еще по стопочке. А потом немного повеселимся вместе, и все. В каком смысле вместе? Ну, это втроем, понимаешь? Что? Чего? С твоим братом? Я не его брат. Что это за хрень вообще? Останови машину! Выпустите меня! Детский замок, извиняй. Останови машину! Останови! Немедленно остановите машину! Да не бойся, выпустят тебя, мы не психи. Остановите! Да, скоро остановим. Ладно, тормози, останови машину. Да, она хочет выйти здесь. Пока. Боже. Здрасте. Можно позвонить от вас? Я забыла телефон и хочу вызвать такси. Такси? Да. Поверьте, в такое время вы такси не найдете. Черт. Если хотите,
Я закрываюсь минут через 20. Могу подвести вас в город, если что. Да, было бы здорово. Спасибо. Ну а пока можете заценить нашу широкую линию продукции, как для молодых, так и для старых. Все сделано в Великой Империи под названием Китай. Знаете, они будут следующими хозяевами мира. Да, я в курсе. И когда это случится, я буду готов. Девочка, я очень милый и сладкий. Я обожаю маленьких шлюшек вроде тебя. Отстань от меня. А ну прекрати, Энди. Я же велел тебе быть повежливее. Прости, пожалуйста. Может, закроешь уже свою варежку, шлюшка? Нет, я же говорил, нельзя общаться так с дамами. Энди, извини, мне правда очень жаль. Я хочу научить его манерам, но он непослушный. Какие-то проблемы, мисс? Этот человек к вам пристает? Да нет, чувак, мы с ней вместе. Скажи ему, милая. Да брось, ты же не уйдешь вот так. Ты разобьешь мне сердце. Слушай, чувак, думаю, тут не лучшее место, чтобы решать такие вопросы. Я люблю ее. Правда люблю. Ты прав, я просто идиот. Да нет, ты слишком суров к себе, мужик. Смотри. Конфуций как-то сказал, величайшая слава не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы уметь каждый раз подняться снова. Подумай об этом. Найди немного времени и поразмысли над этим. Спасибо, сэр. Вы очень добры. Я перестану названивать и доставать тебя. Можешь позвонить, когда захочешь. Можно в туалет зайти? Может, все-таки поговорите с ним? Он с виду очень сильно страдает. Нам надо уезжать. Какого хрена? Все хорошо? Извини, я не слишком долго. Хочешь оставить Энди себе? Нет? Жрать хочешь? Боже, я обожаю такие. Сколько тут денег? Ты посмотри. Водочка. Пошли, вечер только начался. Нет. Нет? Не хочешь со мной? Пошла.
Что вы хотите со мной сделать? Ничего. Залезай. Пожалуйста. Отпустите меня, пожалуйста, прошу. Пожалуйста. Бери ее за руки. Алекс, у тебя кто-то появился? Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Ну ладно, в чем дело? Чего киснешь? Она недостаточно секси для тебя? Хочешь найти другую девочку? Ты же знаешь, со мной можно на чистоту, выкладывай. Я не уверен, что смогу это сделать. Мне как-то не по себе. А я думаю, что сможешь. Даже уверен. Я рассчитываю на тебя. Мы ведь команда, так? Да. Да. Но это неправильно. Ничего, мандраж бывает у всех. У меня есть именно то, что тебе нужно. На случай, если застесняешься. Виагра. Даже порнозвезды ее пьют. Правда? Ну, конечно. А ты как думал? Вот представь, ты на съемках. Вся команда ждет тебя, так? Ага. На кровати, раздвинув ноги, лежит отпадная соска. А тут появляешься ты и такой... Блин, ребята, простите, у меня что-то не встает. Наверное, съел что-то не то. Представил? Ага. Кинематограф — это огромный бизнес. Тут нужна прибыль любой ценой. И любителям тут не место. Поэтому мы должны собраться. Повтори. Собраться. Собраться. Еще. Собраться, собраться, собраться. Повтори. Собраться, собраться, собраться. Вот так и громче. Собраться, собраться, собраться. Да. Собраться, собраться, собраться.
Мама. Алло? Кэти? Что ты делаешь? Кэти, ты где? Нравится музыка, сучка? Я СПИДом не болею, если что. В чем проблема? Я отвратителен? Мой рот тебе противен? Нет, вовсе нет. Тогда почему ты протер горлышко бутылки? Это просто привычка. Значит, я тебе не противен? Да нет, вовсе нет. Любишь меня? Чего? Любишь меня или нет? Да. Да. Тогда поцелуй меня. Что? Поцелуй меня быстро. Черт! В животе что-то застряло. Сколько раз я тебе говорил, пристегиваться надо. Вылезай из машины. Застрял я. Без помощи не выберусь. Ладно, ладно. Что ты делаешь? Заметаю следы. Погоди. Ты что делаешь? Пошли.
Давай за мной. Шевелись, ну же. Живей, давай. Пошел. Ну, хватит тебя. Мы просто прикалывались. Так и простудиться можно, знаешь? Черт! Слышишь? Вон там, скорее. Бежим. Пошел. Скорее! Хватай ее! Держи, долбанный идиот! Черт! Да, камера тебя обожает. Да? Ага. Покажи мне самую большущую и красивейшую улыбку. Круто, а теперь покажи страх. Типа... Ну, не знаю, мне, наверное, надо... Вот так. Эй, хватит, я хочу уйти. Закрой рот. Эй, выпусти меня, выпусти. Не дергайся, не дергайся. Ну все, разревелась. Да чтоб тебя! Энди, возьми камеру. Все хнычет и хнычет.
я сделала все, что вы мне сказали. Раздвинь свои ноги, раздвинь, я сказал. Давай! Ты нас тормозишь. Мы никогда ее здесь не найдем. Нам надо валить как можно дальше отсюда. Мне нужны швы. Она видела наши лица? Да. Ты что, телек никогда не смотрел? В интернете только и дело, что смотрел. Так вот. Чтобы поймать ее, нам надо проникнуть к ней в голову. Думать, как она. Так вот, я маленькая сучка. Я потерялась в лесу. Я знаю, что скоро сдохну. Что я буду делать? Не знаю. Нет? Я не знаю, что я буду делать, потому что я напугана до усрачки. Да, я посмотрю. Так больно? Да. Ладно, садись. Сейчас. Ладно, прижми тут, прижми. Ну все. Ты готовенький. Тебе лучше? Да, спасибо тебе огромное. Вот видишь, не надо тебе в больницу. Вставай, пошли. Thank you.
Леденющее. Ты бы попробовал, хорошо для кровообращения. Хочешь? Нет. За ней, сука, за ней, быстро! Черт! Держи ее, идиот! Пожалуйста, остановись. Вставай! Сучка драная. Вот сука! Черт. Ты что, плачешь? Заткнись, Энди. Сначала ты отвлекаешь меня от дороги, потом даешь ей убежать. Ты бесполезный кусок дерьма. Мне не стоило так с тобой говорить, извини.
Я больше не назову тебя Энди. Просто я немного напряжен со всем, что происходит. Я о тебе забочусь, так? Я забочусь о тебе. Пусти. Ладно, дыши. Дай посмотрю на твое лицо. Это просто сломанный нос. Да, хорошо. Мы отвезем тебя в больницу. Но сейчас нам нужно его обмотать. Ладно. Чтобы ты не остался на всю жизнь уродом. Девочки не любят уродов, знаешь? Все будет хорошо, все будет хорошо. Садись. Я говорил тебе, что работал парамедиком. Знал бы ты, какие раны я видел. Это ерунда, просто царапина. Да. Ты станешь только сексуальнее. Да, я не шучу. Женщинам нравятся потрепанные жизнью мужчины, знаешь? Ладно, будет немного щипать, но ты мужик, да? Да. Хорошо, придерживай тут. Молодцом, сейчас я обмотаю нос. Я знаю, знаю. Знаю. Вот так, нам надо замотать потуже, чтобы не попала инфекция. Ладно? Нормально? Потом я сделаю дырку во рту. В этом лесу много опасных бактерий, так? А если в рану попадет инфекция, блин, ты можешь подхватить столбняк. Хочешь знать, почему ты оказался со скотчем на морде, Энди? Отсутствие мотивации. Ты ленивый, безответственный. И ты все время жалуешься. Все норм. Я прощаю тебя.
Мальчик? Эй! Мне нужна помощь. Эй! Наконец-то другой человек. Я был в походе с друзьями. Нет, не прокатит. Я брожу уже 2 дня. Я выгуливал своего пса Энди. Он побежал за зайцами. Я ринулся за ним. Он сбежал. Энди сбежал. Я ринулся за ним. Здрасте. Я тут заблудился. Я прогуливался со своим псом Энди. Всегда на страже. Это мой сын, Джереми. Привет. Здрасте. Можете взять его телефон? Вам же нужно позвонить. Да, мне надо звякнуть жене. Она, наверное, там с ума сходит. Привет, дорогая, это я. Да, нет, я в порядке. Клянусь, все нормально. Прошу тебя, послушай, Энди сбежал. Я ринулся за ним и потерялся в лесу. Так что... Нет, я не смог его найти. Прости, детка. Я встретил очень хороших людей. И они мне помогут. Когда вы возвращаетесь в город? Как стемнеет. Ладно, я буду сегодня вечером. Прости, что с Энди так вышло. Да. Я люблю тебя. Ну все, я отключаюсь. Увидимся вечером. Спасибо. Мисс Б. Женщины, никогда не женись. Я могу вам чем-то помочь? Нет. Что делаешь? Порнуху смотришь? Нет, в игрушки играю. Слышь, я тебя не осуждаю. Так что... Порнуха, да? Тебе нечего стыдиться. Я тебя понимаю, когда вокруг столько потаскух. Я просто играю в игры, ничего такого. Ты гей? Нет, мне нравятся девушки. У меня есть интересные видосы, если тебе интересно. Когда эти девки кричат, они не играют. Ладно. Это наш маленький секрет, лады? Очень вкусно. Спасибо. Какой породы ваша собака? Что? Ваша собака, которая потерялась в лесу. Какой она породы? Я по правде не знаю. Обычный дворовый. Его звали Энди. Он был туповат, но мне он очень нравился. Да. Может, еще найдете. Сомневаюсь. Что у вас здесь? Кемпинг? Мы готовимся к концу света. Мы учимся.
Выживать во враждебной среде. Да, то есть плохо спим и едим недожаренное мясо. Вот увидишь. Когда-нибудь тебе это пригодится. Да, жду не дождусь. Вы живете неподалеку? Нет. Нет. Мы с женой просто туристы, ездим по Европе. Турист с собакой? Да. Это же не запрещено. Нет. Мне отлить надо. А чем вы занимаетесь, когда не выгуливаете собаку в лесу? Снимаю кино. В основном документальное. Как тебе такая враждебная среда? Сука подозрительная. Хочешь быть моим другом? Отлично. Мне нужна помощь. Проснись и пой. Вернись. Куда это ты? Давай мы снимаем. У меня не так много времени. Садись. Ты мне всю атмосферу фильма портишь. Ты понимаешь? Весь этот лес переполнен отрицательной энергией. И это начинает действовать мне на нервы. Позволь представить, Энди, твой парень по сцене на сегодня. Ладно. Держи, надевай маску. Ну, я сделал все, что вы мне сказали. Надевай чертову маску. Живо. Видишь, чем я имею дело? Постоянное нытье. Короче, слушай замес. Ты мятежник, сражающийся за оккупацию. Это будет круто. Война длится уже несколько месяцев, и у тебя давно не было женщины. Ты бродишь по лесу, ты заблудился. И ты думаешь, боже, все бы сейчас отдал за хорошенькую киску. И тут ты вдруг натыкаешься на какой-то лагерь. И находишь эту скрывающуюся агентшу ЦРУ. Она шпионка. Ты ловишь ее, привязываешь к дереву. И ты знаешь, что она обладает важной информацией. Блин, да. Офигенная история. Они просто приходят мне в голову. Мне ничего не нужно делать. Все само ко мне приходит. Короче, ты подходишь к ней, начинаешь ее трогать. Но она вся зажатая. Одна из этих «я не дам» на первом свидании. Понимаешь, о чем я? Ну и когда у тебя встанет, берешь ее за волосы и вставляешь ей в рот. Ты готов? Ладно. Стой, я не говорил «мотор». Не двигайся, пока я не скажу «мотор». Ладно. Мотор. Нифига себе!
Черт! Какого хрена? Нет, нет, нет! Сними ее с меня! Черт, черт! Что за херня? Сделай что-нибудь, мать твою! Свали! Черт, моя камера, детка моя! Черт! Нет, только не... Тебе кранты. Не трогай ее. Пшел нахер! Господи! Господи Иисусе! Мама! 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 Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Сейчас я тебя трахну. Сомневаюсь, что ты сможешь. Что ты сказала? Член маловат. Я лучший трахатель, который у тебя будет. Нет, нет, нет.
О, да. Да. Слышишь меня, сучка? Я найду и прибью тебя нахер. Что? Черт! Сраный лес! Больше не друг. Я не боюсь тебя, ты сучонок! Заткнись. Да заткнись ты нахер. Заткнись! Как щиплет. Ее там нет. Больно, блин. Пошел, пошел. Вперед, вперед, вперед. За дерево.
Блин. Эй, тебе сюда нельзя. Стоять. Черт, боже. Слушай, чувак, у меня пояс. Я должен попросить тебя уйти, слышь? Ты не видишь, что я ранен? Мне нужна помощь. Осторожно, сзади, сзади. Эй, что происходит? Она хочет меня убить, сделай что-нибудь. А ну, брось дубинку, брось дубинку. Эй, на пол, сейчас же. Сделай что-нибудь. Стой. Сука. Да. 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 Красава, чувак. На колени, ковбой, эй. Ладно. А ну, вернись. Мой нос. Сука. Ты мне нос разбил. Давайте посмотрим кухню. Слушай, что думаешь? Даже не знаю. А мне нравится. Правда? Ребята, вы должны представить это сами. Просто помечтайте немного. Это прекрасное утро. Вы завтракаете, и вдруг ваш ребенок делает свои первые шаги. Да, мне это нравится. Говорю вам, это идеальное место, чтобы растить ребенка. Да, я тоже так думаю. Правда? Идеально. Ну, как вам? Ну, мне... Мой ребеночек. Ребенок. Сделайте что-нибудь. Посещение окончено. Вам нужно записаться онлайн, мэм. Что за... Подожди, дай я тебе помогу. Удавлю тебя нахер, паскуда ты, живучая. Черт! Сукин сын, не на того попёр. Сейчас ты у меня получишь. Я вас всех сейчас отымею. Ко мне, Лобо! Ко мне, Лобо! Лобо! Ha ha ha!
Нет, пусти, пусти! Прошу, умоляю, прости, прости, пожалуйста. Подожди минуту, постой, постой. Погоди. Я знаю, что причинил тебе много боли. Но я искренне сожалею, слышишь? Подожди. Я могу измениться, я обращусь к психологу, клянусь. Я изгоню своих демонов, прошу. Дай мне еще один шанс. Я правда... Я же сказал, прости. Я сказал, прости. Я сказал, прости. Я сказал, прости. Я люблю тебя.